Подрастающее поколение активнее всех использует современные технологии и в виртуальной среде проводят большое количество времени. Но опрос, проведенный Samsung «Школа будущего», свидетельствует о том, что молодежь застряла в сфере развлечений, а не с пользой используют интернет. Самое главное, главный результат исследования показывает, что молодежь в Латвии, ученики в возрасте с 12 до 17 лет, они не используют интернет целесообразно. Они там проводят свое свободное время, они просто там играют, как мы в детстве играли на улице, но не думают, как целесообразно использовать эти навыки в практичной жизни, в учебе или думая о будущем, о работе. Всего больше половины латвийской молодежи не разбираются в интернет-терминах и плохо ориентируются в работе с программами Microsoft Word, Excel и PowerPoint, хоть это самые распространенные вспомогательные инструменты в школе. Самые популярные аппликации – это Instagram или YouTube. В одном портале смотрим фотографии, в другом портале смотрим фильмы, да, короткие какие-то видеоматериалы. И не особенно желают наши школьники заниматься теми аппликациями, где надо писать. Я использую интернет каждый день и в основном больше для развлечений, чем для учебы. И пользуюсь Инстаграмом и Фейсбуком. Сегодня я научилась тому, что нужно думать о том, что ты выкладываешь в интернет, потому что злоумышленники могут использовать твои фотографии в корыстных целях. Для повышения квалификации и общих знаний школьников Samsung Nākotnes Skola организовала цикл курсов, каждый из которых посвящен определенной интернет-тематике. Мы в этом сезоне сделали платформу «Skola Digital IQ», где находятся 5 разные программы обучения, которые поможет дополнить знания, как использовать дигитальные навыки для ежедневной нужд и для обучения. В программу «Skola Anu Digital ICIQ» включены 5 курсов. Курсы помогут школьникам стать авторами качественного контента и создавать блоги и инфографику. Помимо этого, школьники благодаря новой платформе научатся снимать и обрабатывать фото и видео и многое другое. Эта платформа бесплатная и находится в интернете, поэтому это будет доступно каждому, который захочет что-то научиться нового. И главное то, что ты можешь обучиться, выбрать только один или два курса, или все 5 выучить и в конце концов проверить свои знания с тестом. На курсы приглашают и известных в Риге людей. Они делятся своими историями и неудачным опытом в интернете. Безопасность в виртуальном мире сегодня обсуждается особо активно. Школьников в рамках программы обучат и тому, что лучше не выкладывать во всемирную сеть. Эвелд Дук, Ульяна Сейтенс, Латвийское телевидение.